Kalpijana Valava Girivadadha. Jaya Gopi Jana Vallava Giri Vadadha. Yaso Danandana Braja Jana Ranjana. Yaso Danandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanacha. Yamuna Tira Vanacha. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Paravakachara Siddhartha Sri Shriman is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Drantaraj Srimad Bhagavatam Klaski, Dai Gora Premanandi. Glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru, Shri Gauranga. Лекция, прочитанная на день явления Шилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, его божественной милостью Ача Бхактивиданты с вами Прабхупадой 2 марта 1975 года в Атланте. Сегодня благоприятный день. В этот день, 101 год назад, явился в этот мир Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Бхактисиддханта Сарасвати Такур является Гаура Шакти. Гаура Шакти означает уполномоченный Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы его миссия распространялась по всему миру. Он хотел, as many towns and villages are there,
Шри Чайтанья Махапрабху предсказал, что его миссия будет распространяться по всему миру, во всех городах и деревнях. Он лично сделал это предсказание 500 лет назад. Возможно, мой Гуру Махарадж Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур пытался исполнить желание Шри Чайтанья Махапрабху. В 1918 году он был брахмачари, и Бхактивинода Такур, его родной отец, на самом деле Бхактивинода Такур хотел, конечно, все хотели, но Бхактивинода Такур написал одну маленькую книгу «Учение Господа Чайтаньи». «Учение Господа Чайтаньи». Он написал ее в 1896 году. И он представил эту книгу в университете МакГилл в Канаде. Он очень хотел, чтобы иностранцы, особенно американцы, присоединились к этому движению. Он хотел этого еще в 1896 году. И затем, в 1918 мой Гуру Махарадж организовал эту миссию, организацию, которая известна как Гаудия Матх. Возможно, некоторые из вас знают это название Гаудия Матх. И он пытался распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. И волею случая или благодаря предсказанию, как хотите, меня привел к Бхактисиддханте Сарасвати Такуру один из моих друзей. Я не хотел идти туда, но он силой отвел меня туда. Да. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур велел мне: проповедуй движение Чайтаньи Махапрабху на английском языке. Это очень важно. На самой первой встрече он сказал мне об этом. Это была моя первая встреча с ним. Тогда я был сторонником движения Ганди. Я сказал, у нас нет независимости. Мы являемся колонией. Кто прислушается к нашему посланию? Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур опроверг мой аргумент. Я был очень рад этому. Я много говорил об этом. Но я рад тому, что меня победили. Он сказал, что этот так называемый национализм или какой-либо изм, все это временно. Истинная потребность — это самоосознание. И это убедило меня. Но тогда он хотел, чтобы я сразу же присоединился к нему и распространение. Но тогда я был женатым человеком, молодым человеком. Я женился в 1918 году.
И тогда у меня родился сын в 1921. А в 1922 я встретился с Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Тогда я был управляющим большого фармацевтического предприятия. И я подумал, я женатый человек, у меня столько ответственности. Как я могу прямо сейчас примкнуть к нему? Это не мой долг. Конечно, это была моя ошибка. Я должен был сразу же присоединиться к нему. Я должен был сразу же воспользоваться этой возможностью, но Майя не дремлет. Я вот так подумал. Но это долгая история. Затем, в 1954, нет, когда мне было 54 года, да, мне тогда было 58 лет, это было в 1954 году. Я оставил дом, я жил один, и затем в 1958 я принял саньясу. И затем я решил взять на себя ответственность за исполнение воли моего Гуру Махараджа. Я подумал, что мои другие духовные братья пытались это сделать. Я не способен на это. У них же больше способностей к этому. Но так или иначе, они не смогли достичь большого успеха на этом поприще. Так, когда мне уже было 70 лет, я решил, что я должен сделать это и исполнить волю моего Гуру Махараджа. И таким образом было положено начало этому движению в 1965 году в Нью-Йорке. И я не питал больших надежд, потому что это очень трудная задача находиться на другой стороне, в этой европейской западной культуре. Когда я впервые приехал, у меня не было денег. Меня бесплатно доставила одна индийская пароходная компания. Я приплыл на корабле. И когда я находился еще на борту корабля в бостонском порту, в порту Содружества, я думал, я приехал сюда, я не знаю, с какой целью, потому что как эти люди примут это движение? Они совсем по-другому образованные. И как только я скажу, «Дорогой сэр, вы должны отказаться от употребления мяса, от недозволенных сексуальных связей, от одурманивающих средств и от азартных игр», они скажут, «Пожалуйста, возвращайтесь домой». Потому что именно таким был опыт одного из моих духовных братьев. Он отправился в Лондон, и ему выпала возможность разговаривать с одним известным человеком, маркизом Зетландским. Маркиз Зетландский был раньше губернатором Бенгалии, и тогда я был еще студентом. Он был шотландцем, а я учился в колледже шотландских церквей. И он навещал наш колледж, он стоял прямо передо мной, когда я учился во втором классе. Он был очень хорошим человеком.
И он попросил у моего духовного брата: «Вы можете сделать меня брахманом?» И мой духовный брат сказал: «Да, мы можем любого сделать брахманом при условии, что вы будете следовать таким принципам: никаких недозволенных сексуальных связей, никаких одурманивающих веществ, мяса и азартных игр». И этот лорд Зетландский сразу же ответил: «Невозможно». Я думал, я предложу им что-то невыполнимое. Но все равно попытаюсь. И сейчас память Кришны и Чайтани Махапрабху и в присутствии моего Гуру Махараджа вы такие замечательные юноши и девушки. Так что перед Чайтани Махапрабху вы поете мантру Хари Кришна, и вы участвуете в этом с такой серьезностью. Мой Гуру Махарадж будет очень-очень доволен вами и одарит вас всеми благами. Так он хотел этого. И не стоит думать, что он мертв, его нет. Это противоречит духовному пониманию. Даже обычное живое существо не умирает. Что говорить о такой возвышенной, великой душе, как Бхактисиддханта? Он видит: «Я никогда не чувствовал, что я один». Конечно, когда я приехал в вашу страну без друзей, без средств, практически я был подобен бродяге, нищему, но у меня была твердая вера в то, что мой Гуру Махарадж со мной. Я никогда не терял эту веру, и это так. Есть два слова: «вани» и «вапу». «Вани» значит «слова», а «вапу» значит «физическое тело». «Вани» важнее «вапу». «Вапу» придет конец, это материальное тело, ему придет конец, такова природа. Но если мы придерживаемся вани, слов духовного учителя, тогда мы останемся тверды. Неважно. К примеру, Бхагавад-гита была поведана 5000 лет назад. Но если вы следуете словам Кришны, то эти наставления всегда будут оставаться свежими и поучительными. Не стоит считать, что поскольку Арджуна напрямую получал наставления Бхагавад-гиты от Кришны, поэтому только он это знал. Это не так. Если вы принимаете Бхагавад-гиту, как она есть, то вы должны знать, что Кришна присутствует перед вами в своих словах в форме Бхагавад-гиты. Вот это называется духовным откровением. Это не просто какие-то мирские исторические события. Если мы придерживаемся... Если вы теряете связь с изначальным звеном, то оно будет утрачено. Если же вы сохраняете эту связь с изначальным источником, то вы напрямую слушаете Кришну. Точно так же Кришна и представитель Кришны, духовный учитель. Если вы всегда будете сохранять непрерывную связь
со словами, наставлениями великих учителей, то ваше понимание, ваше знание всегда будет сохранять свою свежесть. Таково духовное понимание. Пурана значит очень древнее. К примеру, Кришна, высшее существо, он должен быть очень старым, потому что он изначальная личность. Однако Брахма Самхита говорит, Пурана Пуруша, наидревнейшая личность. Но вы увидите, что он всегда остается молодым, юным. Это Бог. Бог нематериален. Ему не нужно стареть. Это тело стареет. Итак, вы каждый день слушаете эту философию, старайтесь постичь ее все глубже. У нас есть много книг. Такова миссия Чайтани Махапрабху. И по ученической преемственности эта миссия передалась Бхактивинода Такуру, затем моему духовному учителю. И затем мы пытаемся делать все от нас зависящее. Точно так же вы тоже будете делать все от вас зависящее, опираясь на тот же принцип. Тогда это будет продолжаться. Тот же принцип. И неважно, где человек родился, в Индии или за ее пределами. Это неважно. Когда Чайтанья Махапрабху сказал, сколько не существует на земле городов и деревень, он это сказал не в шутку. Он верховная личность Бога. Иногда меня очень сильно критикуют за то, что я делаю иностранцев брахманами. Кастовые брахманы в Индии, они выступают резко против меня. Но это не так. Когда Чайтанья Махапрабху сказал, что его послание будет распространяться по всему миру, разве это означает, что это как в кинотеатре? Нет. Он хотел, чтобы все стали совершенными вайшнавами. Такова его цель. Не для того, чтобы... Эта энергия духовна. На показ. Читать какие-то лекции или какое-то создать общество, где мы просто прославляем друг друга. Нет. Это общество Кришны, и каждый, кто присоединится к этому движению сознания Кришны, он более чем брахман. Кто такой брахман? Брахман — это тоже материальное понятие. Преданный больше, чем брахман. Брахманическая культура уже включена в это. Брахма джинатити брахмана. Брахмана — это тот, кто знает абсолютную истину. Брахман. Такого человека называют брахманом. Но это довольно расплывчато. Брахман — это безличное сияние. Если двигаться дальше, то далее идет осознание локализованного аспекта параматмы, антарьями, и, наконец, понимание высшей личности Кришны. Высшая личность — это последнее слово в постижении абсолютной истины.
Итак, люди не могут понять, как Всевышний, источник всего, может быть личностью. Они сталкиваются с такой трудностью, потому что они думают, Бог — личность, как это возможно? Бог велик, и Он творец всего. Как личность способна на это? Да. Так говорят веды. Он — причина Брахмана. Он — причина сверхдуши. Обычно человек не может это понять. Чтобы постичь Кришну, нужна его милость. Так что постарайтесь обрести милость Кришны посредством ученической преемственности, читания Махапрабху. Тогда вы все поймете. Таков путь вед. Необходимо иметь непоколебимую веру в Бога и духовного учителя. Не перепрыгивайте через Бога. Не перепрыгивайте через духовного учителя. Потому что так у вас ничего не получится. Вы должны идти через них. Мы проводим церемонию Вьяса-пуджи, годовщину рождения нашего Гуру Махараджа. Почему? Потому что мы не способны постичь Кришну без духовного учителя. Тот, кто так действует, обманывает сам себя. Если кто-то стремится постичь Кришну, перепрыгивая через духовного учителя, то он просто обманывает сам себя. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, таково предписание вед. Никто не способен постичь Кришну, минуя его самого сокровенного слугу. В этом смысл Вьяса-пуджи. Вы не можете обойти, если вы думаете, что вы стали очень образованным, очень продвинутым, и сейчас вы можете обойтись без духовного учителя и постичь Кришну. Вы обманщик. Таков смысл этой церемонии Вьяса-пуджи. Мы должны всегда молиться. Яся-прасада, только по милости духовного учителя мы можем обрести милость Кришны. Таков смысл Вьяса-пуджи. Выражение почтения посредством системы парампары. Итак, вы встали на этот прекрасный путь духовной деятельности. Конечно, насколько возможно, мы старались дать вам наставления, книги. Навсегда оставайтесь верными духовному учителю и старайтесь постичь Кришну. Если вы поймете Кришну, то ваша жизнь успешна. Человеческая жизнь предназначена для постижения Кришны, в этом совершенство жизни. Любое другое так называемое понимание — это пустая трата времени, потому что мы находимся во власти
материальной природы. Вы можете быть очень образованным ученым, вы можете быть глупцом, не имеет значения. Вы подчинены законам материальной природы. Так что пока не закончилась эта короткая жизнь, у нас есть человеческая форма жизни. Она закончится. Так же, как заканчиваются жизни кошек и собак. Но если мы стараемся при помощи гуру и вайшнав, своих преданных, Кришна приходит как преданный, чтобы исполнить эту миссию, вызволить падшие души из цепких лап иллюзорной энергии материального мира. Спасибо вам большое. Магьяддамананда-сья, сананджана-салакая, чаксурамритамьена, тасмай гуравей-намаха, шри-чайтанья-мано-кришнам, стапитамьена-бутале, сваям-рупа-гадамаям-дадати-свабадантикам, ванча-калпатю-бьястья, крипа-синду-баева-ча, Патитананам бхавенебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасати Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Рама Хари Рама, Рама Рама. So, in Srila Prabhupada's class, he was explaining the meaning of Vyasa Puja. Итак, в лекции Шрила Прабхупада объясняет значение слова Vyasa Puja. That Vyasa Puja means one who is sitting on the seat of Vyas and is then he's in a position where he's directly assisting the Lord in his mission. И Vyasa Puja обозначает это тот человек, который сидит на месте Вьясы, и это обозначает то, что он напрямую выполняет поручение Господа. Yes, this is the qualification of someone who can sit on the seat of Vyasadeva. Это квалификация того, кто может сидеть на месте Вьясадевы. That he has realized the absolute truth from his spiritual master. И это обозначает то, что он осознал абсолютную истину от своего духовного учителя. Who learned the absolute truth from his spiritual master. Тот, кто познал абсолютную истину от своего духовного учителя. Who learned from his spiritual master. Того, кто познал абсолютную истину от своего духовного учителя. All the way back to Krishna. И это все замыкается на Кришне. So he's therefore honored and worshipped on the basis of that. He hasn't made any interpretation or speculation, but he simply repeats the words that he has heard from his spiritual master. И в этом заключается его слава, то, что он все делает так, как ему сказал духовный учитель, без каких-то интерпретаций и философствований.
And this we saw in Srila Prabhupada, that he didn't make any changes. И это то, что было в Шриле Прабхупаде, что он ничего не поменял. Just like a postman. Как почтальон. He doesn't write anything himself. Он ничего не делал от себя. He just delivers the post. Он просто разносит почту. Have you ever had any letters from the postman? Кто-то из вас получал письма от почтальона? No. No, he's just the deliverer of messages that you're getting from your friends and relatives. Нет, он просто курьер, который приносит письмо от твоих родственников и друзей. So in the same way, the spiritual master, he has been given a position simply because he's within a line of succession of teachers, right back to Krishna. И таково же положение духовного учителя, что он находится в цепи ученической преемственности, которая идет напрямую от Бога. And the interesting thing about this succession is that when you're linked with it, you become empowered. И интересный факт заключается в том, что когда ты подключен к этой цепи ученической преемственности, ты получаешь энергию, полномочия. As Prabhupada was saying himself, to present Krishna consciousness to the Western-speaking world, the English-speaking world, where sense gratification is the normal way of life. И таким образом было полномочен Шрила Прабхупада представить сознание Кришны, где уровень чувственных наслаждений был очень высок, являлся нормой. To give bhakti to such persons, as he was saying, it's an impossible task. Как он сам говорил, дать бхакти таким людям — это невыполнимая миссия. But he was able to spread bhakti where bhakti had never been spread before. Но ему удалось распространить бхакти там, где оно до этого никогда не распространялось. He performed the most mystical feat of all mystical feats. Он показал самый волшебный трюк из всех возможных. And that it was because he received the mercy from his spiritual master and the whole disciplic succession right up to Krishna. И секрет этого заключается в том, что он получил силу от своего духовного учителя и всей цепи ученической преемственности. Otherwise, as he mentioned, it is impossible. Иначе, как он говорит сам, это было бы невозможно. It is impossible. Это невозможно. Someone who is addicted to all these sinful activities and been misguided for who knows how long, suddenly for them to start taking up spiritual practices and principles, this is inconceivable. Ну, это вообще невозможно понять, как мог человек, который столько времени был привязан к чувственным удовольствиям, мог принять это. But as we are connected with Krishna, there's nothing impossible. Но поскольку мы связаны, если мы связаны с Кришной, то для нас нет ничего невозможного. And Prabhupada, he had that faith. He said that I have this little faith in my Guru Maharaj that I will be able to succeed by his mercy. И у Прабхупады была именно эта вера. Он говорит, что у меня есть небольшая вера в духовного учителя, поэтому он достиг успеха. And therefore he was successful. Именно поэтому он был успешным. So in the same way, we continue the succession of teachers within ISKCON, and we need to just follow the succession of teachers. That's all. И таким же образом нам, находясь в ISKCON, надо просто поддерживать связь с учителями и находиться в цепи ученической преемственности. And all success is guaranteed. И весь любой успех гарантирован. Шрила Прабхупада ки джай.
лекции Шрилы Прабхупады, он очень так важный момент, что меня очень тронуло. То есть это то, что когда мы слушаем Шрилу Прабхупаду, когда мы слушаем, есть Ваня и Вапу, и Прабхупада говорит о том, что как Ваня наставляет, те, кто по-настоящему находится вот, в ученической преемственности, и они, когда они получают наставление, то это все равно, что они, Кришна рядом. Они все понимают, что Кришна рядом. Он не где-то там далеко. То есть у них это есть связь, этот есть опыт. И вот это очень важный момент, который отметил Махарадж, это вот вера в наставление духовного учителя, что это не просто слова, это не просто набор звуков. Я вспоминаю комментарии Шрилы Прабхупады, вот напомнил сразу же мне комментарии Шрилы Прабхупады, который меня очень вдохновляет в этой связи из второй песни Шримад Бхагаватам, где Господь Брахма отвечает Нарада Муни, он говорит о своем опыте, когда Господь, он услышал этот трансцендентный звук тапа, и как он всерьез принял эти наставления, и он осознал божественную природу этих наставлений. И Прабхупада как раз об этом говорит, что обязанность ученика – это вот осознать божественную природу, то есть этих наставлений, в которых находится вся духовная сила, все могущество. Вот это и есть высший мистицизм. Мы все думаем, что высшая мистика, она находится в чем-то в таком, ну, в каких-то таких чудесах каких-то. Но высший мистицизм – это то, что вот если мы имеем глубокую веру в наставление гуру, и ученический, это наставление самого Кришны. Это мы все равно общаемся непосредственно с самим Кришной. Вот это прямой опыт, такое общение с Богом. И этот опыт, он приходит в практике, когда мы служим этим наставлениям. Тогда мы можем убедиться, что действительно в этих наставлениях есть духовная сила. Кришна присутствует в этих наставлениях. Как Шрила Прабхупада говорит в комментарии в одном из последних стихов 18 главы Бхагавад-гиты, что вот это непосредственный опыт, то есть когда духовный учитель является прозрачной средой, и ученик, он получает непосредственный опыт общение с Богом. И подобно тому, как Санджая говорит, что я по милости Вьясы услышал эту беседу с Кришной, Арджуна услышал непосредственно. По милости духовного учителя мы можем услышать слова Кришны таким же, как услышал его Арджуна. Таким же образом, вот как Арджуна это услышал на поле битвы Курукшетры. Шрила Прабхупада ки.